Шестая глава книги пророка Осии. «Скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо милости я хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад — город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего».